Привет всем любителям творчества! С сегодняшнего видео я начинаю подготовку к Новому году. Поэтому именно сегодня я вам предлагаю сделать универсальные украшения к Новому году. Такое украшение можно использовать как для новогодней елки, так и в виде брошки или заколки. Если вам интересно, какое же я крепление использовала, с каких материалов, и каким способом я их создавала, тогда оставайтесь вместе со мной. Я поделюсь с вами всеми секретами создания такой красоты. Ну что ж, приступим.
Итак, украшения мои готовы. Получилось очень симпатично. Такой способ мне очень понравился. Я потратила всего лишь 10 минут, и украшение готово. Такое украшение можно использовать в виде брошки, в виде заколки. И можно использовать его как украшение для новогодней елки. Такие украшения можно даже дарить как сувенир на новогодние праздники. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, задавайте вопросы, предлагайте темы для следующих мастер-классов. Всем спасибо, всем до свидания и до скорых встреч!